Это площадка. 4 квартиры. Большая, хорошая железная дверь с запорами на 4 стороны. Массивная. Это прихожка. Новый счетчик. Розетка под роутер можно. Прихожку можно это оставить за дополнительную плату. Это у нас туалет. Накопитель водонагреватель остается точно. Бачок с унитазом остается. Здесь у нас ванна остается, умывальник остается, душ остается. Стеновые панели облагорожены. Сам кухонный гарнитур точно останется. На потолке натяжные глянцевые потолочки со светильниками. Окна здесь у нас все во двор. Тишина, покой. Это у нас кухня. Дальше у нас идет комната. Комната. Ну, можно назвать ее детская. Детская комната. Можно тоже обсуждать по дополнительной цене. Можно тоже все оставить. Тут все прям по цвету подобрано. На полу линолеум новенький. Все, ну, прям мебель вся новая. Все здорово. Дальше у нас пошел зал. Зал, гостиная. Трехстворчатое большое окно, роль жалюзи. Вот большой шкаф купе тоже можно оставить. И выход в третью комнату. Там южная сторона, солнечная, прям хорошая. Радиатор отопления все чугунные, они все наружу. Очень тепло. Здесь ковровое покрытие. Хороший шкаф. Здесь матовые натяжные потолки. Вот. И вот здесь вот можно третью комнату поставить. Вот здесь вот стенку отгородить. Без проблем, заканивать не требуется. Все. И вот выход у нас из квартиры.